Вы такси ждете? Троллейбус. Троллейбус? На троллейбусе удобно? Могу дать попробуйте. Да, я думаю, что мне предстоит это когда-нибудь. Тогда узнаете. Ну, а часто троллейбусы ходят удобно? Нет. Вообще никак, да? Вообще никак. Вот, например, после 8 вечера вас почти вообще не увидеть. Получается, на табло вообще вы исчезаете. Да, бывает. Тема транспорта для нашего города особая. Уже строго раз в год орловчан ожидает нововведения. Не успели мы оправиться от прошлогоднего подорожания цен. Теперь проезд стоит 17 рублей по карте и 20 рублей наличными. Наконец-то все маршрутки оборудовали валидаторами для оплаты карт. А многие орловчане даже сменили карты ради этого на те, что прикладываются. А студенты смирились с потерей 10 поездок и подорожанием проездного до 450 рублей. Так чиновники предложили новую транспортную реформу. Но мы вернемся к началу истории. Привет, с вами видеогазета. Добро пожаловать в маршрутное такси. Привет. Привет. Расскажи, что ты тут делаешь? Я здесь провожу исследования, как ходят автобусы, их заполняемость. Ты стоишь по сколько часов? По 8 в день. По 8 часов? Да. И что ты выяснила за эти 8 часов в день? Ничего. Есть какие-то маршруты, которые, ну, вообще их нет почти. Шестерки, да. Они вообще есть? Просто я когда смотрел их, они существуют просто на картах. Они все-таки гоняют здесь. Одна. На все время. Одна в 8 часов? Да. Жесть. Двойка. Двойки иногда проскакивают. 34 топ-1 в нашем рейтинге. 34, все отлично. Маршрут номер 34. Замечательно тут проезжает. Садись на 34-е, хотя народу... О, 34-е, 34-е. Я, если честно, помню те времена, когда стоила маршрутка 6 рублей... Нет, маршрутка 8 рублей, а автобус стоил 6 рублей. Вот тогда было вообще классно, если честно. Сейчас уже, конечно же, 20 рублей, это все огорчает. А если быть позитивным, то 20 рублей – это ровная цифра, ее отсчитывать удобнее. Да, отсчитывать удобнее, будут одни десюнчики лежать. А когда будет 21 рубль, то уже... Вот тогда затриггерит меня, если честно. Пора возвращаться из суровых февральских морозов. Мы вместе с Ксюшей договорились встретиться в центре города, в сквере Ермолова. Посмотрим, кто из нас приедет первым. Надеюсь, что я. Сейчас мы выезжаем с Артемом на перегонки, мне нужно быть на сквере Ермолова, это наше любимое место, яблоко раздора, но это не важно. Давайте узнаем, как я доеду. Так как какие сейчас маршруты есть, удобно. Если будет новая реформа, то будет очень неудобно. А, скажите, пожалуйста, а вы по проездному ездите? Да. По ветеранскому. Хватает вам поездок? В данный момент хватает, но сейчас будет ограничено, еще меньше 70 уже сделали. То, возможно, будет с пересадками не хватать. А слышали что-то про транспортную схему новую, которую зарабатывать? Что думаете? Мне она неудобна будет. То есть эти пересадочные пункты – это не про нас история, да? Ну, в общем-то, да, потому что вот ребенка возить в школу мне неудобно. Глупость. Глупость? Полная. Не для нашего орла. А расскажите, вас как за эту осень уже выгоняли из маршруток? Просто ходит такой слух, что людей выгоняют из маршруток, которые стоят, а не сидят. Я никогда не попадала в такой маршрут. Не могу сказать. А вы видите, вот эти маршрутки полностью забиты, когда люди пытаются туда зайти, но уже места никак нет. Как вы думаете? Да, вот. Это неудобно. Это очень неудобно. Я даже, работая на Атоле, хожу домой, чтобы уехать, допустим, на выгонку. Я хожу на Дашеньку пешком, потому что с Атола на выгонку, ну, уехать невозможно. Все маршрутки, которые эти маленькие, с узенькими проходами, они реально забитые. Большие маршрутки, 48-я еще ходит как-то 11-ю, допустим, вообще не дождаться. 47-я шикарная маршрутка, приходится ходить ежедневно. Вы думаете, что-то меняется с территории? А с деньгами, если повышать проезд или что? С транспортом? Я думаю, нет. Уже маршрутка полная, то есть маршруток нужно больше, чтобы все успевали, а это еще не час пик. В общем, даже не знаю, как мне выходить сейчас. Жалко, что не придумали телепорт. А, ну, конечно, я не первый. Вот стоит Ксения наша. И давно ты тут стоишь?
давно, что уже дождь успел закончиться и снова стало тепло. Слышали вы что-то о новой транспортной схеме в нашем городе, что хотят изменить маршрутки? Разгрузят поток, вы будете быстрее доезжать, времени будет тратить. Навряд ли. Все хуже будет. Ну, так вот, водители не знают. Мы бы тоже хотели бы не знать о том, что нас ждет. Но, к сожалению, слушания уже идут, схема редактируется, вносятся поправки. Ну, а мы будем следить дальше, что же будет меняться. И впереди нас ждет интервью с девочкой, которая уже пожинает плоды этого нововведения. Ситуация похожая. Смотри в следующем интервью. Настя, привет еще раз. Хотела задать вопрос. Расскажи, пожалуйста, что у вас с маршрутками в городе? Так, ну, что касается маршруток, у нас многие маршруты вообще отменили, и у нас появились новые автобусы. Перевозчик стал уже Питер-Москва. То есть стало меньше транспорта, и все люди битком едут в одном и том же автобусе. Из-за этого еще подорожал сам проезд, и участились, как мне кажется, пробки. У вас же ввели эту реформу год назад, получается. И это да. Как вводилось, постепенно или все резко вывалили на вас? Все резко. Да, и как это люди отреагировали на это? Наш город не был готов к такому, нет, это вот не зашло у нас. Но про карту тройку у вас ничего не говорили. Нет, даже в проектах не было. Мы попытались выяснить, что творится в маршрутках и на остановках с водителями и пассажирами, а также ответить на вопросы обеспокоенных студентов, как теперь не только прожить на стипендию, но и доехать до университета. Съемки ролика затянулись на часах 9 часов вечера, и самое время узнать, смогу ли я добраться домой в это время. Друзья, к сожалению, нужной мне маршрутки нет, и собака только бегает здесь, и ни одной нет маршрутки. Возможно, собака и дождется маршрутку свою, но она тут надолго, а у меня нет времени, поэтому я пойду на троллейбус. Кстати, в том году я уже проводил свой эксперимент по поводу маршруток, и за год, в принципе, не изменилось ничего. Вы можете сейчас это проверить. Время 22:20, единственный способ отсюда выбраться – это ждать троллейбус. Пешком с Новогорки до сюда – это очень весело и невероятно. Отличное приключение, спасибо, городской транспорт. Начинается время ожидания. По моим подсчетам, мне придется ждать около 10-15 минут. С вами была Видеогазета. Пока.